работа телеведущей подразумевает под собой постоянный стресс, огромное количество ежедневного грима, и, как вы понимаете, это накладывает большой отпечаток на твою внешность. И это касается не только прекрасных женщин-телеведущих, но и всех нас, представительниц прекрасного пола. И знаете что? Хорошо, что у нас есть очень заботливые наши мужчины, которые готовят для нас сюрприз. Сейчас позвоним ему, коллеге Саше Ухову, и узнаем, что он какой-то мне подарок сделал. Алло. Ну, рассказывай, что ты там для меня приготовил. Тань, я нашел местечко, где делают просто невероятные процедуры. Поэтому я тебе прямо сейчас отправлю смс-ку, и ты приезжай собирать, хорошо? Хорошо. А ты там уже? Да, я тебя жду. Все, ну ладно. Давай. Интересно. Добрый день, студия массажных фейс-практик FaceRoom. Мы хотим массаж, особенно Саши. Mm-hmm. Есть ли у вас такое? Да, мы можем предложить для молодого человека массаж спины и шейно воротниковой зоны. По длительности он будет 30 минут идти. Идет глубокая проработка мышц шеи и мышц спины, что позволяет расслабить зажимы на шее. А для вас я хочу предложить фейс-практику 30 минут. Там также идет проработка шейно-воротниковой зоны, нижней части лица и верхней части лица. Идет комбинированный массаж, идет скульптурный массаж, миофасциальный массаж, классический и пластический массаж лица. Я не понимаю, что вы говорите. Абсолютно тоже. Но мне нравится слово просто массаж. Ой, как хорошо, тепло. Вы даже представить не можете, какой-то кайф. Мужчина, вот все, кто смотрит, уделите себе немножко времени. И вот так вот просто можно отдохнуть, насладиться массажем. Танечка, спасибо тебе большое, что ты меня привела сюда. Саша, я не знаю, как дальше жить. Я обожаю массаж. Я живу без инъекций. Я хожу только на массаж, поэтому я прям фанат этого дела. Ну, я что? Теперь тоже буду ходить чаще. Ой, молодец. Благодаря тебе. Так, ну что, пойдем узнаем, какие еще услуги здесь предоставляют. Пошли. Пойдем. Лилия. Здравствуйте. Добрый день. Огромное вам спасибо за тот массаж, который мы, конечно же, сегодня получили. Но правильно понимаю, что вот сегодня у меня был фейс-практика, да, у Саши массаж тела. Это еще не все разновидности услуг, которые у нас есть. Да, это не весь спектр наших услуг. У нас есть фейс-практики. Это наша внутренняя терминология, потому что фейс-практика – это уникальный комплекс техник массажа совместно с косметологией. Поэтому мы называем фейс-практика и наших мастеров фейс-гуру. Потому что они вас могут проконсультировать помимо массажа лица, об уходе за лицом, подобрать домашний уход и так далее. А сегодня вы были на нашей стандартной, короткой, скажем так, фейс-практике 30 минут. У нас есть несколько комплексов, это 30, 50 и 75 минут, где прорабатывается шейно-воротниковая зона, да, Татьяна? Да, зона декольте, да. Где мы работаем над основными задачами, это скульптурирующий массаж лица, это подтяжка лица, овал лица, структурирование, да, работа с лимфодренажем, то есть снятие отечности. После нашего массажа, я думаю, вы посмотрели в зеркало, да? Ой, то есть отдохнувший, да, вид, угу, красивый тон кожи и так далее. Но помимо таких основных фейс-практик, у нас большой спектр косметологических услуг. Это атравматичная чистка лица, это неинвазивная биоревитализация, это карбокситерапия. То есть помимо того, что мы работаем над задачами, которые можно исправить только массажными технологиями, да, мы работаем над качеством кожи, над его тугортом, над цветом кожи, над тонусом кожи. Мужчины ходят к вам, и вот самый главный вопрос, Саша, вот ты. Я думаю, что мы Сашу обязательно еще пригласим, да, сегодня он был на теле, на массаж, да. У нас есть специальная фейс-практика for men, которая называется, разработана специально для мужчин. Плюшки. Всем любим какие-то различные плюшки, какие-то акции, скидки. Расскажите, пожалуйста. Да, у нас ежемесячно есть акция на определенную фейс-практику. Мы это делаем для того, чтобы дать возможность попробовать нововведение. Плюс мы периодически проводим клиентские дни. Можно следить за нами
в социальных сетях, да, и видеть в клиентский день. У нас есть как скидка на косметику для домашнего ухода, есть скидка на абонементы, всегда выгоднее абонемент, да, и тут хотелось бы отметить, что фейс-практика – это работа с мышцами лица, и наша задача – донести ценность клиенту, что это так же, как ходить в фитнес-зал, да, для того, чтобы получить классный результат, нужна система. Конечно, все видят и восхищаются даже после первого сеанса, но желательно встроить это в свой график и ходить. Лилия, я не ставлю инъекции, мне кажется, многие девушки этому придерживаются. Вот с помощью массажа можно ли убрать, так сгладить свои как бы первые признаки старения? Да, мы называем массаж лица нашей фейс-практики. Это экологичный подход к натуральной красоте без использования инъекционной косметологии. Я считаю, что это абсолютная альтернатива. И сейчас мы все идем, да, к естественной красоте. И философия бренда за естественность, за натуральность. Наш, скажем так, слоган «Красота в удовольствии». Поэтому то, что вы увидели, да, кресла-рекланеры, на которых вы получаете удовольствие, это отдыхаете, особое, да, и плюс остаетесь результатом. То есть помимо отдыха мы себя не позиционируем как спа, что ты пришел, отдохнул. Мы все-таки за результат. Мы хотим, чтобы люди видели результат. Но приятный результат получаете в удовольствии. Ухаживайте за собой и получайте большое удовольствие с результатом, самое главное. Лилия, огромное вам спасибо. Спасибо большое, что развеяли миф еще, что для мужчин массаж – это что такое страшное, невиданное. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, да. Ну что, вы только полюбуйтесь. Помолодевшая, посвежевшая и готова сворачивать любые горы. Эти процедуры я вам настоятельно рекомендую. Но мне остается сделать лишь одно дело. Алло, Саш. Завтра мы едем снова.